Уважаемые товарищи, мы по существу сегодня слушали с вами программу не только Компартии Российской Федерации, но и всего нашего трудового народа, который ждет самых серьезных изменений и в первую очередь в улучшении жизни обычного рядового гражданина, рабочего, труженика села, учителя, врача, пенсионера. Вот программа, которая по существу изложена через бюджет развития, через те законы, которые подготовила Компартия Российской Федерации, ее фракция и все народно-патриотические силы, дают уникальную возможность сегодня именно мирным путем решить главные задачи, которые бы нашу страну подняли с колен и на направлениях экономики, развития науки, а самое главное, обеспечило бы и промышленность, и в первую очередь ее обрабатывающий комплекс, и сельское хозяйство рабочими местами. И эта программа дает возможность возродить 41 миллион гектар брошенных земель. А это 100 почти миллионов гектар, 100 миллионов тонн зерна. Хлеба прекрасно. Это дает возможность нам возродить вырезанное поголовье крупнорогатого скота. 37 миллионов вырезали. Сегодня завозим много мяса говядины и другой продукции из-за рубежа. Вот сырье сейчас начали вывозить, а перерабатывающие комплексы снова буксуют. Поэтому все равно баланс минусовой. А самое главное, разваливается деревня, кормилица, берегиня. И здесь все у нас есть для того, чтобы защитить и почву, и леса, и вод, и наши водные объекты. Вот суть этой программы. Геннадий Андреевич докладывал и на всероссийском международном форуме в Орле. Эту программу мы опробовали, опробировали на Совете трудовых коллективов и на многих других всероссийских форумах, включая и наши трудовые коллективы в Мариэлу Кузанкова, здесь в Подмосковье у Грудинина и на многих промышленных предприятиях. Сегодня мы обсуждаем с вами еще раз, исходя из прошедших выборов и предстоящих выборов президента Российской Федерации, и программы, и подходы к реализации этих программ, и наши законодательные инициативы, и все, что связано, по большому счету, с выборами президента Российской Федерации и теми выборами, которые сопровождают это выдающееся для страны, любой страны событие. Здесь и губернаторские выборы, и региональные выборы, и муниципальные выборы. Нам давно всем предстоит еще более тесное взаимодействие всех народно-патриотических сил. Позвольте мне, обсуждая и программное положение, которое высказано председателем, и обращение Геннадия Андреевича, которое связано как раз и с предстоящими выборами, и с новой поступью нашей страны, созидательной поступью, с мирными инициативами, сильной, мощной державой, которая действительно тогда в состоянии решать и глобальные вопросы.